Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале у Никиты, сегодня будем проходить игру. Так, начало новой игры. Запишет имеющие данные. Сегодня мы будем проходить игру под названием Brickmill. Значит, хреново как называется, опять именно с названиями проблема. Так, загрузка. Вы можете использовать теми, так там что было непонятно написано, но все-таки продолжим. Ой, загрузка. Игра вроде... Да, игра в раннем доступе у нас находится. Поэтому могут быть какие-то баги, лаги, но это все. Это два мира, соединенных между собой. Как близнецы. Что объединяет них выжили. Другой должен был принесен в жертву. Истоки. Лаборатория. Ну, 5 часов дня. И... Кого-то грохнули. Ну и ладно. Ну и Julia, have you found anything? Джилли, ты что-нибудь нашел? Just a special ID card. Только особую ID-карту. Nothing else that I can see. Roger that. I'm on my way. Я в пути, будь в связи. Хрена не косые. Cover me. А что там, что ли, начнем типа гиплей? Сразу. I need to hurry up and stop teleporting. Объясни что-нибудь. Давайте быстрее. Что? Световой знак? Недостаточный уровень полномочия. Ага. Недостаточный. Камуфляж активирован. Так. Ё-моё, что происходит-то? Ладно, я думал, он не сдохнет. Ай, он еще и взорвался нормально вообще. Так, когда мы бежим, так, это у нас. Ну, давайте активируем. А, понятно. Ладно, такое бывает. No way. Long time no see, Shelly. Давно не видели, Шелли. Why are you... Картер, почему ты? I advise you to stay out of this. Советую тебе не скрывать в это дело. Was as stubborn as you are. Это тоже. What the hell happened here? Что здесь происходит? Ах. Ой. А что такое мясо-то в самом начале? Я не понял даже, что произошло. Я еще не разобрался даже. А меня уже напичкали. Ладно. Надеюсь, нам хоть сейчас что-нибудь станет понятно. Так. Что происходит-то? Надо хоть иногда описание к играм читать-то. Ну, в принципе, ладно. Кому не пофиг. И опять загрузка. Ну, давайте посмотрим, что будет, то будет. Най-на-най-на-на-ни-на-на-най. Происходит. Незваный гость. Неизвестная территория. 6 часов. О, я сейчас. Где я? How amazing. Удивительно. Мне вот тоже удивительно. А чё? А, could this be the floating island hidden at the North Pole? Так. Почему? Можно мне объяснить? Что она делает? Неверная цель, опасное оружие. И у нас все. Мне нравится пистолет. Шифт, так ты бежать, если у нас все. Ага, понятно. Что выглянул? What's that light? It's the light from the lab. Что это за свет? I'll go check it out. Он похож на свет из лаборатории. Пойду проверю. Наверное, it надеюсь, looks like someone было. Used to live here. Мне будут напали. А откуда они на меня напали? Ладно.
Ну окей, на меня. Ой. А это что такое? Котик? Мне нравится этот котик. Пацаны, чуть это повода мой котика. Ой. Ништя. Еще один. А мне нравится, это прикольно. Ой, ты плюс shift. Идеально. Я даже не понял, что происходит-то. Это идеально. Я не то нажал. Я вообще не понимаю, что происходит, народ. Так что же можно было типа? Ладно, окей. То сколько их здесь? Следуйте за летучим змеем. А может и стоит? Если птичка летит. Если птичка летит по делам, то значит она летит по делам. Что ее беспокоить? Не, ну графика мне нравится. И геймплей довольно-таки прикольный. По крайней мере, мне так понравилось. О, юбрук. А я уже собирался прыгнуть. Я собрался уже вниз, да? The entrance to a cave. Where does it lead? Нажмите так, чтобы... Че? А, типа свет? А, нет, типа не свет. Ой, сила у нас есть. Зарядка, да. Да. Это что у нас? Ну что, не только это можно разблокировать? Ладно, обидно, сет навыки. Разблокируем, разблокируем. Ладно, в камечке берем. Нажмите S, чтобы присесть. Да блин, почему не контур? Ладно, понял. Мне угрожают. Поздравьте меня. Я лошара. Я думал, без ступеньки просто вниз спустимся. Загрузка. Попробуйте найти их все. Коллекционные предметы, ребята, будем пробовать. Ой! All these soldiers remains. What happened here? Там уже добраться не можем, значит там не должно быть коллекционных предметов. Ладно, давайте пройдем сюда. Здесь сейчас какая-то арена, мне не нравится. Мне не нравится эта арена. Oh shit! An ambush! Еще по одному. Патронов как-то хватит. Должно, по идее. Кто-нибудь что-нибудь объяснит? Что эти создания вообще такие? Что вообще происходит? Ой. Что-то сверху.
regenerate life, just like the doctor said. Подожди, подожди. Нормально, живем. Огни, что за огни-то? Понял. Давайте тоже. Нормально. Ой, что они поднялись-то? Ну, жить можно, наверное. Так, наконец-то с ними покончено. Но как мне выбраться отсюда? The murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. Мне нужно, чтобы они типа сошлись. Три в одну линию. These symbols on the rotating disc must be the key. Так, это просто. Понятно. Значит, так крутит те обои, а это у нас все крутит. Доступны новые навыки, так. Нажмите Tab, чтобы улучшить навыки. А что улучшать-то здесь? Стелс, разблокировано, разблокировано. Ладно, хрен все. Не стану? It's dark in here. Здесь темно, нужно включить фонарик. Ага, все понял, подключить фонарик, только от него толку не особо. Что пугать-то так? Господи. Что там было? Я не понял, конечно, но ладно. Откуда у нас только патроны? Я не понимаю вот эту вот. Вот эту вот вещь я очень сильно-таки не понимаю. Это люди Картера. Похоже, они нашли этот след. Мне нужно поспешить за ними. Зачем мне тратить? О, нормально. Что происходит? Думаю, нас оглушили. Живем? Нет, не живем. О, ё-моё. Не, игра довольно-таки прикольная. Мне на... Господи, что у меня с голосом?
Игра довольно-таки прикольная, мне она нравится. Только привыкнуть к ней еще. Так, ладно. Попытка номер два. А чё так сложно-то всё? Ну, ёп. Тык-дык-тык-дык. Я думал, легче будет. These monsters don't seem very friendly. Знаете чё? Надо было делать. Она самая хорошая вот эти. Эти посмотри ещё. Да ё! Твою душу. Почему? Почему? Почему мир так несправедлив? Окей, попытка номер три. Сейчас мы затащим стопудово. Вот прям гарантирующе его развалим, разнесем. These monsters don't seem very friendly. Сейчас мы сломали пункт делаем. Ладно, не делаем. Чего мне все не предсказано?
находится не то, что не лучше. Соси. Лежи. Дальше. Фу, фу, плохая птица. Фу. Фу, нехорошая, нельзя. Так. Здесь мы все. The hull is covered in a black mist. It looks really dangerous. Что будет, я спущусь? А давайте. Ой. Ладно. Понял, что будет. Когда смерть близка, мир вокруг становится черно-белым. Да ладно. И появляется свет в конце туннеля. Ой, не поездился. Снова такие фигуры не разбираться. Давайте вылезти быстрее. Что еще может в голову прийти? Как я так быстро прыгаю? А, нужно зажать, чтобы так быстро прыгнуть. Ладно, допустим, окей. Ой, это что такое? И что? Что это дало мне? Ну-ка, там, что у нас там? Мусорщик. Ладно, щит. Давайте щит разблокируем. Потому что у нас по ХП... По ХП не очень. This looks like a secret passage. Что, похоже на секретный проход? Что именно здесь похоже на секретный проход? Понял. Подождите, ребята, а чё здесь? Где секретный проход? Я что-то не вступил, не отправляю. Где здесь секретный проход, да? О. Нефритовый идол. Мне кто-нибудь объяснит, где здесь секретный проход? Да, вверх что ли надо? Ладно. Допустим. Серьезно, в чем прикол? Ай, ё-моё. Так где здесь секретный проход-то, а? Ой, ёшкико. Ой, а чё так далеко-то? Они еще и так умеют. Это интересно. Блин, это было обидно. Но это было забавно. Давайте с тобой весело будет. Так, окей, минус 3 мы дали.
Что это было? Кто это сделал? Как это было? Почему меня сейчас в бок откинуло? Кто-нибудь объяснит мне? The teleporter in the lab is still on. Так, живет. Зачем пистолет-то? На автоматическую перезарядку. Так, отлично, отлично, отлично. Духовщик пытается на землю спустить. Ага. Нормально. Так. Ну, так. Навыки, навыки. А, щит разблокирован, Навыком все у нас. Заморозка времени. О, вот это вот я хочу. This looks like a secret passage. Секретный проход. Следующий пещер. Ладно. Здесь я иду лежал, значит он собран уже. Это что у нас? Ой! Так вот это вот должно было секретный проход открыть. И что она открыла? Собственно говоря. Вы уж сказал, она будет что-то пугать так. Ладно, окей. Хрен пойми, что она открыла. Второй раз мы не можем взять, ну, хрен с ним. О! Что это такое? Реакция становится все сильнее и сильнее. Is this где я? The lost forest, the это какой-то лес, о котором говорил доктор? A person? I have a bad feeling. Человек? Это что, не похоже на человека? А может, не стоит к нему подходить близко? Больше похоже, знаете, на... Из Ведьмака третьего есть персонаж, как он? Дикая охота, вот. На дикую охоту похож больше. Реально на него похож. Понятно.
до лорда как будто полез, да? Нормально. Finally. Забрали. Наконец-то. Что происходит? Я опыт не подобрал. An air serpent? What is it doing here? Змея. I have to hurry toward the light. Что они здесь забыли? Так, где навыки? Я хочу заморозку времени. Все нормально. Стрелы мне пока не особо нужен. А, это и есть эти секретный проход? А я думал, мне типа сюда и надо как бы. Ну-ка проверим, как дети. О. Прикольно. Песик перезарядим, короче. It looks like he's controlling the black mist. I think I can get down safely. Будем жить, мы с тобой. Stay alert. There's treasure under the stone tablet. Do whatever it takes to find it. Посмотрите на него, какой он. Нормально. О, что это такое, почему оно красное? 98 опыта, понятно. Ладно, я I have to run. Я должен бежать. The exit's up ahead. I gotta hurry. Беги, Люси. А, Шелли. Карта? It's her. Ой, опять этот бежал. Это она. Не дайте ей уйти. Ой, а где чё? Шелли. А. Ну кто же кидает женщине гранату под ноги? Давай! Ой, смотри, вы напали. Нас его спасли, а мы его выстреляли. О, у нас снова пульма на экране. Что он сделал? Настя, он просто мастер. Нормально. Минус. Ай. Когда я привыкнул уже к тому, что они взрываются. Ну это что еще? Мне туда надо забраться или что? The crane in the underwater tablet must be related. Очередная головоломка. I'll try going up. Ясно, понял. Где здесь можно забраться наверх? Здесь можно пройти под низом. Но что нам даст? Нам это ничего, соответственно. Вот, вот мы и забрались. Так, мы тебя запрыгнули сюда. Отсюда сюда. Ну, мы же туда. Ладно. Carter seems to have left. Так, why did he give up on solving the puzzle? Carter ушел. Почему он ушел? Да вот хрен его знает.
я бы вот так где-нибудь не перепрыгнул бы. Ой! The chains on the pillars look useful. Похоже, цепи на планку можно использовать. Так, что там? Что там было-то, я не прочитал. Опять был, как был, что здесь у нас? Прыжок, я нажал. Что мне мозг уносишь? Женщина, не выносите мне мозг, пожалуйста. Ломаешься, если даже не пришел к тебе. Нормально. Ломается, когда еще на ней ничего не было. А это нам что даст? О! Мостик. Now I might be able to climb up on the crane. Ой, ой, какой хороший мостик. Его дистанцию нужно держать или что? Ну, раз надо держать дистанцию, так то и будем держать дистанцию. А что еще поделать? Да ничего, собственно говоря. Да. This isn't gonna be easy. Statue must be the treasure Carter was searching for.
Так, 210 минут открыто. Давайте посмотрим, что можно потратить. Что такое мусорчик? Что это дает? Не помню, больше хп. Надо навык. Освещение, что она делает? Ага. Нажмите F3 раза. Допустим, окей, стелс, что там нет. Освобождение. О, нормально. И поле. Ага. Поле самый сильный удар у нас, понятно. You should take the statue to the doctor. Must have some kind of secret. Неси статуэтку доктору. Я думаю, у нее есть какой-то секрет. Мне что-то не нравится, что здесь все секрет. The door is opened. I should be able to get out of here. Дверь открылась. А, да? Они словно тут не в то направление собрался побежать. Ну окей. Сейчас опять же все, что рушит, что упадет, пол провалится, да? А, не выпадет. Ясно, понятно, что все прекрасно. Пам-пам-пам. Мы записываем уже 40 минут. Давайте еще добьем 9 минут. Но, в принципе, я думаю, можно пока 4 закончить. Посмотрим, как цены. Короче, сцены мы смотрим и все. Мы проснулись, как обычно, не. Been here before. О боже, я здесь уже была. Давайте не будем сюда идти. Я не хочу сюда идти. Бежал. Ага, все что ли? Пусть здесь старик ману, ты будешь светом. Следите за новостями, спасибо за игру. И вам спасибо за просмотр. Ну давайте ж. Давайте будем ждать. Wow. Следующее счастье. Ого, тут за стеной комната.
да ладно. Серьезно, что ли? Нужно еще все остальные снести. Стенки что? What happened here? А что здесь случилось? История. These corpses don't look like they were killed by those monsters. Убиты теми, кого я видел. Кровь на земле выглядит свежей. Прошло не так много времени. Who are they? Кто они? Why have these people been hanged here? Повесили? I hope Wake's okay. Надеюсь, Wake в порядке. А что, Wake? Время 29 минут, время 10-13, общий урон, количество смертей. И что бы хотел сказать, спасибо за просмотр, ждем выхода полной игры, продолжим, узнаем, что произошло, и что еще будем делать. Конечно же, продолжать смотреть The Long Dark, который выйдет в среду. Here we go!